Он думает, что счастье любит тишину. Нет, просто его счастье в том, чтобы насадить на свой член как можно больше баб, понимаешь? А если он выложит вашу совместную фотку, то у него эти шансы насадить как можно больше уменьшатся очень сильно. Потому что... Может быть, да, меркантильность это плохо, но вы не путайте меркантильность и здравый смысл, блядь. Здравый смысл это не ебаться с нищебродами и понимать, что тебе нужен мужчина такой нормальный, который мужчина, а не какой-то хуй во мне. А меркантильность это сосать старый хуй, давиться нахуй, рыгать, блядь, ну сосать. Со мной вчера случился рыбки маленький читмил, блядь, и сразу видно наебали, и сразу видно наебали. Но мы будем танцевать, даже если я текли. Не, ну а шо, шо плакать, сука, шо плакать? Сегодня разгруз. Банан уже съела один и выпила один кофе с молоком, не? И все, блядь, и топим дальше. Что там? Сейчас, подожди, сейчас будет местная терапия. Вот это, блядь. Вот эти все маски и бучачи, они хорошо снимают отек. Местный, блядь. Понимаешь? Ну, потому что тот, что внутри, надо просто не жрать всякое говно, знаешь, и тогда не будет тебе отека. А так, что так вот, типа, так слегка, то надо одевать эту хуйню. Подожди. Ну, пока оденется, будет 350 стоит. Все. Надо написать в директ с той странички, которую вы хотите рекламировать. И если я скажу, что она подходит, та страничка, я вам кидаю прайс. И вы смотрите прайс. Все лично, блядь. Причина есть такая, что есть такие люди, что любят просто тебя посылать нахуй, называть шлюхой и тому подобное. И если они это делают... Понимаешь, и продолжаю делать, значит, ты им позволяешь. Вот в этом и причина, блядь. Ну, ты... Какой тендер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 енд
же такое горе, не? Ну как, куда его, вот куда его, в нос? Вот если так подумать, не? Такой размер. Ну, так... Слава тебе, Господи, что у нас в нашем приходе есть верующие люди, которые чествуют Божьи праздники. Не онлайн, а по-настоящему. Держал чашу, а вот тут пальчиком придерживал, такая кружечка была кофейная со спиртом. Макнул ложечку в эту чашечку, причастил, макнул, причастил. Все просто. Ну вот смотри, полотно это сняла, и ну, оно правда снимает отек, не съебало. Там вроде не написано такого, понимаешь, на то, на ну что она такое должна делать, но она это делает, блядь. Тан-даран-даран-даран, ой. Макияж египетская курва, не, хотела сделать такое, чтобы просто раскосы, не, получилось как с этих, как с фресок тех. Это будет сейчас самое мое любимое блюдо для мамы, и буду делать, бо у меня разрушится день, мне такое нельзя. И вообще, наверное, такое нельзя на любой диете, блядь, только на читмил. Тут будут вариться макароны, а тут они будут жариться в сливочном масле. Пацаны, девчата, это самое вкусное. И процесс пошел. Смотри, сварились эти самые, кидаем их в сливочное маслечко, и будет заебись как вкусно. И главное, да, такой зажарить, чтобы они были как чипсы, знаешь? Вот это зеленые специи можно не кидать, то я так кинула. Вот так, рыбки, все должны выглядеть, как вот этот кусочек. Еще с этой стороны надо чуть-чуть поджарить, и тогда это нахуй, это, блядь, это просто невозможно пережить. Это так вкусно, так, сука, просто. Вот это, блядь, зловещая погода, блядь, этот ветер ебаный. Ууу, сука, смотри, как все там. Ну, короче, не нравится мне такое. Мне надо солнышко и тепло, ебать. Только прочитала, что сегодня пылевая буря у нас. Пылевая буря в Киеве, понимаешь? И в области. Шо за... Нахуй. Шо тут, блядь? Это, блядь, Сахара? Чи шо? Чи это? Как оно, нахуй, там это, блядь? Он Киев, приветик. А угадайте, с кем я? Я с Малефисентой! Геморрой лечили. Где пропал, говорю? У нас больные дырки. У тебя, блядь. Ебанутый в рот. Блю. Скажи, нет, Сёмра, вот. Вот так вот. Сём. Очередь пришла. Подожди. Настя, ёбаный ты в рот, хватит жрать, блядь. Шо? Вот, нахуй, такой загрязнённый, ребята, это пиздец, блядь. Надо в село выезжать, блядь, жить. Если у меня была куда-то какая-то деревня, я бы нахуй съебался по отсюда, отвечаю, блядь. Ёбаный ты в рот. Вот так вот и рак образовывается. Они здесь... Урок фильтра с мужчинами. Ah!
Грудка проститутка варится у меня. Я еще не знаю, разрешит мне Мила съесть ее кусочек, но я ее все равно варю, если нет, так съем завтра, не? Просто ну, так захотелось что-то. А еще я сру у себя дома, прикинь, ну как бы, блядь, как я вообще могу такое делать, я не знаю, блядь, если я дома и насрала, блядь. Кошмар, блядь. Фу, точно. Да, пидорас самое распространенное, не? Пидорас Антон. Уебок! А схуя ли они вообще решили, что мы с тобой не встречаемся? А может, мы с тобой встречаемся? О, ебать, какая у нас коллаборация, блядь. Двух долбоебов, это пиздец.